Невероятная пластика и проникновенное звучание. Есении Петровой всего 9, но она уже настоящая артистка, победительница международных творческих форумов. Вот и сегодня маленькая звездочка представляет Бобруйск на областном этапе республиканского смотр-конкурса «Здравствуй, мир». Художественным словом девочка занимается в центре доп. Образования с 5 лет. Мы делаем дыхательную гимнастику, артикуляционные упражнения, читаем стихи и... Часто делаем что-нибудь веселое. У меня очень хороший руководитель Ирина Анатольевна, и я всегда получаю удовольствие, когда я выступаю. Конкурс проходит в 7-й раз. На сцене целый калейдоскоп невероятных номеров от юных бобруйчан. Ансамбль «Сувенирчик» виртуозно исполняет белорусскую народную музыку. Звуки домры и дудочки проникают в самое сердце. Чистым вокалом поражает мастерская эстрадного искусства «Солнышко». Танцевальные коллективы «Кукушечка», «Василек», «Акварель» удивляют жюри сложностью фигур и синхронностью движений. Конечно же, Бобруйск всегда отличается хорошим уровнем исполнения. Всегда представлены достойные участники на отборочном этапе и галок. Концерте. Поэтому мы надеемся, что сегодня мы тоже порадуемся, увидим замечательные программы, замечательных выступлений. Программа конкурса обширная. Представлено 10 номинаций – от инструментальной музыки и вокала до декоративно-прикладного творчества и моды. Маленькие артисты за кулисами готовятся к выступлению. В коридорах яблоку негде упасть. Повсюду разминки и репетиции, ведь на кону выход на республиканский уровень. Мы, конечно, волнуемся перед выступлением. Но мы настроены на победу, мы очень много тренировались для этого конкурса. Сейчас мы будем показывать номер «Подплясочка» народный фольк-шоу-балет «Альянс». В фойе разворачивается экспозиция «Родима моя. У марах, у песнях, у словах». Представлено здесь более 200 работ в номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество». В год мира и созидания мальчики и девочки выражают любовь к Беларуси в живописных полотнах, ажурных вытянанках и красочных аппликациях. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.